В псалмах написано «Слово Твое свет на стезе моей». Отец наш, я молю, чтобы Ты дал нам укрепиться в Твоем Слове во имя Иешуа Мессии. Как мы услышали сегодня, первое Нисана. Через две недели у нас наступает праздник Песах. И согласно Торе, это начало. Бог призывает свой народ к свободе. И есть несколько вещей, когда мы можем, несколько дорог, путей, как мы можем достичь этой свободы. И мы учимся из святых писаний, как свобода происходит в нашем народе. Это всегда через жертву. Тогда-то это был агнец. И 2000 лет тому назад была совершенная жертва самого Господа нашего Иешуа Мессии. И свобода, она также и внутренняя, и внешняя. Иногда мы не вполне понимаем, что значит для нас свобода. Но когда мы открываем себя перед Господом, тогда приходит свобода. Я хочу, чтобы вы подумали, в какой сфере вашей жизни вы хотите достичь Божьей свободы. Я уже в пятый раз сегодня возвращаюсь к тому, что мысли многих сейчас полностью находятся в Украине. Но настоящая свобода — это когда мы находимся в правильном духовном месте. И мы также свободны от разных оков, и мы таким образом помогаем другим получить свободу. Мы живем в очень сложное время. И две вещи могут сохранить нас в надежном, безопасном месте. Цитата Мишлей «Миаля коль шмор либеха». И есть местописание в притчах: «Больше всего хранимого храни сердце твое». Очень можно быстро рассердиться. И из-за того, что мы иногда постоянно смотрим новости, нас не покидает чувство беспокойства. И мы просто погружаем себя в нечто странное. И из-за этого написано: «Более всего хранимого храни сердце твое». Но также мы должны видеть состояние вещей правильным образом. И в Осии, в 4:6 написано, что что мой народ гибнет из-за недостатка ведения. И если мы знаем Божью волю, как мы можем знать Божью волю? Мы знаем Его Слово, мы молимся, и Рух Акодеш мавили тох лев шелану. И Дух Святой дает нашему сердцу какое-то водительство. У тебя может быть докторат в Божьем Слове, ты можешь не иметь при этом ведения Духа Святого. Или наоборот, ты можешь молиться день и ночь.
להשוות מה שבתוך ליבך ומה שבתוך דבר אדוני, אתה יכול ללכת ממש לטעות. Но если ты не будешь сравнивать то, что у тебя внутри сердца, с тем, что говорит Божье Слово, ты можешь потеряться. אז בגלל זה אנחנו צריכים להיות באיזשהו מקום מאוזן. Поэтому нам нужно быть в сбалансированном положении. אז יש ידע. Есть знание. ויש הדרכה. И есть водительство. אנחנו יודעים ש... Бейт Хамикдаш решен не раз бегляль аводат элилим. Мы знаем, что первый храм был разрушен из-за того, что народ поклонялся идолам. Слышали об этом? Но в это время были сотни пророков в народе Израиля. Поэтому, но получается, что чистой воды пророчества, без того, что оно основано на Божьем Слове, не смогло спасти наш народ. А во втором храме, когда, да, уже существовало Священное Писание, Божье Слово, но они потеряли любовь и водительство Духа Святого, и тогда тоже, получается, потерпели неудачу. Очень важно, чтобы через Иешуа Мессию мы бы нашли милость в Божьих очах. И важно, чтобы было и слово, и молитва, и слушать. Я хочу поговорить о некоторых местах Писания. И все эти места говорят об репатриации. Я где-то вторую или третью неделю чувствую, как Бог направляет меня говорить об этом. В самом начале всей этой кампании в Украине я об этом не думал. Игорь сегодня напомнил, что очень часто я учу об исправлении мира. Но иногда, когда ты занят каждодневными вещами, ты забываешь большую картину. И все, что связано с возвращением еврейского народа в обетованную землю, это очень большая часть исправления мира. Я хочу сказать, что на собрании пасторов я покаялся. Десять, пятнадцать, двадцать лет своих первых в Израиле я очень горячо приветствовал и вопрос репатриации. Но потом я придерживался такого мнения, что мы должны быть в свободе, мы должны каждый прислушиваться к нашему внутреннему будильнику, когда он зазвенит для каждого человека индивидуально, и для каждого еврея имеется в виду, когда вернуться в Израиль, когда сделать репатриацию. Но когда мы читаем в Священном Писании, даже со времен Авраама говорил Бог об этом. Он говорил, пророчествовал, что в течение 400 лет твои потомки будут рабами в Египте, а потом я их возьму оттуда. Почему плохо в Египте? Была в то время очень продвинутая цивилизация. Можно там хороший бизнес сделать и жить в счастье и в богатстве. Зачем возвращаться в эту пустыню?
А потом Бог говорил нашему народу, когда они были в вавилонском рассеянии. То же самое, там они неплохо жили, финансово хорошо стояли. Все были в окружении царя. ואנחנו רואים שכאילו כשאתה קורא ספר דניאל או אסתר אז מסביב המלך רק יהודים שם היו אז תאמינו שהחיים היו לא רע. Мы видим, когда мы читаем и книгу пророка Даниила, и Эстер, мы видим, что евреи были на позициях, высоких позициях у царя, поэтому все у них было в порядке. והנה שוב אלוהים קורא תחזרו לארץ. Но опять Бог призывает их, возвращайтесь в землю. וגם היום אנחנו באותו מצב. И сегодня мы в том же состоянии. יש אנשים מעמנו שחיים במצב טוב מאוד בכל מיני מקומות בעולם. Среди нашего народа очень много богатых людей, которые живут в других странах. והם מסודרים לגמרי. И они более чем обеспечены. אבל דבר אלוהים לא מבטל את קריאה. Но Божье слово не отменяет свой призыв. אני רוצה לקרוא כמה מקומות. Я хочу прочитать несколько мест. אז מקום ראשון ירמיה. Первое место Иеремия. 16. Иеремия, 16 глава. ואני קורא מפסוק 14. С 14 стиха я буду читать. 18. До 18. אני קורא ברוסית, וחבר'ה שם יכולים לקרוא או באנגלית או בעברית בתנ"כים שלכם בבקשה. Я буду читать на русском, вы читайте каждый на своем языке. Иеремия 16. И Иеремия 16 глава. С 14 от 18. С 14 по 18. Придет время, это Господа слово, когда не станут более говорить, воистину жив Господь, который вывел потомков Израиля из Египта. Но скажут, воистину жив Господь, который вывел потомков Израиля из земли северной, из всех тех земель, в которые он изгнал их. Ибо я верну их в ту землю, которую даровал отцам их. Смотри, я пошлю за вами, за многими рыбаками, говорит Господь, и они будут ловить блуждающих детей моих, а после этого я пошлю за многими охотниками, и они будут охотиться за ними по всем горам, холмам и расщелинам скал. Потому что глаза мои видят все пути их, и не укроются они от меня, и не утаятся от глаз моих, и не утаят от глаз моих свои преступления. Воздам им вдвойне за все преступления и за грехи, за то, что осквернили землю мою и наполнили владения мои остовами отвратительных истуканов и мерзкими идолами своими. Блисафекам Исраэль овер коль миней мишпатим. Без сомнения, народ израильский на себе терпит многие суды. וחלק מהמשפטים האלה בגלל עבודת אלילים שאנחנו כעם נבחר, עם אלוהי, נופלים. И многие из этих судов постигли нас, потому что мы, как Божий народ избранный, упали в идолопоклонство. ואני כבר הזכרתי את זה. פעמים רבות אנחנו אפילו לא מרגישים שאנחנו בעבודת אלילים. И я несколько раз говорил, что иногда мы даже не чувствуем, что мы занимаемся идолопоклонством. מה זה להיות שייך לאלוהים? Что значит принадлежать Богу? Что значит быть его народом? תקשיבו, אני חוזר ביחזקאל 36 כתוב. В Иезекииле 36 главе написано. אני מחזיר אתכם, אני משנה לכם לב, ואני מטהר אתכם מכל טומאת אלילים. Я возвращаю вас, я изменяю ваше сердце, и я очищаю вас от всякой нечистоты идолопоклонничества. בעיה שלפעמים אנחנו בהזיה ובכלל לא מבינים עד כמה אנחנו מלוכלכים. И иногда проблема в том, что иногда мы сами не понимаем, насколько мы осквернены. לפעמים את כל האמונה שלנו זה הללויה, הללויה, וזה לא זה. Иногда вся наша вера это аллилуйя, аллилуйя, это совсем не так. זה комбинация של דברים. Это комбинация разных вещей. וזה יכולת לראות את המצב בעיניים של אלוהים. И это способность видеть положение Божьими глазами. ורק הוא יכול לפתוח לנו עיניים. И только он может открыть нам глаза. היום איגר דיבר על גיאזי, עבד של אלישע. Сегодня Игорь упомянул Гиезия, раба Илиши. תאמינו, כשמדובר על עבד של נביא הגדול, זה לא מדברים על איש פשוט. Поверьте мне, что когда речь идет про раба, ну такого великого человека, речь идет не про простого человека. Гиези לא היה איש פשוט. Гиези не был простым человеком. אבל
Но в опасное время он не видел ничего, только страх овладевал им. И написано, что Елисей молился, чтобы открылись его глаза, и он увидел ангелов, и он увидел истинную картину. Я не хочу даже задавать такой вопрос, кто из вас видит ангелов. Но согласно священным писаниям, весь духовный мир сосредоточен вокруг нас. Но из-за скверноты мы не из-за скверноты мы не видим ничего. И нашей пищей являются новости, которые часто неправильные. Написано здесь. Придет время. Я пошлю рыболовов. А потом пошлю охотников. Неделю назад я говорил о том, что 30 лет назад все верующие в Европе вдруг получили водительство Святого Духа и начали обращаться к евреям в бывшем Советском Союзе. Вообще не важно, верующим или неверующим. Говорили, вот это время наступило, и вы должны уходить. Это время рыболовов. И мы знаем, что была большая алия, и более миллиона евреев приехали в Израиль. А сейчас мы видим, что время охотников пришло. Я не хочу сейчас заходить в политику, кто прав, а кто нет. Но духовным взглядом я вижу, что мы должны молиться, чтобы в данный, сейчас, вот в настоящее время Бог открыл глаза всех евреев во всем мире, чтобы они оставляли все и возвращались в землю Израиля. Я, может быть, даже не говорю про весь мир. Понятно, что это актуально для всего мира, но особенно в том, в тех местах в Украине и в России тоже, наверное. И Бог знает нажать на правильные кнопки и, может быть, прижать где нужно. Но я могу сказать, что это также зависит от нашей молитвы. Для того, чтобы Бог просто открыл двери, и мы молились каждой личной молитвой и общинной молитвой, чтобы те, которые имеют право на репатриацию, просто встали и приехали в Израиль. Это всегда непросто. Любая репатриация — это переход из одного состояния в другое, это сложно. Даже переехать с квартиры на квартиру — это сложно. А переехать из страны в страну, поменять ментальность одну на другую — это еще сложнее. Но когда голос зовет, нужно идти за этим голосом. И нам нужно сейчас молиться о том, чтобы Бог проговорил к людям, живущих вот в этих горячих точках, прежде чем Он послал охотников. У меня была мысль обратиться к лидерам собраний там. Были такие. Но какой лидер общины хочет, чтобы часть его общины уехала? Были такие. А сейчас нет.
Но Бог, когда начинает говорить, люди слышат это. Еще одно место я хочу прочитать. Вы знаете, что значит флаг или знамя? В книге «Числа», во второй главе, говорится про знамя. Я прочитаю 18 стих. Шам катув аль шифте Исраэль шаю омдим ке махане бияхад. Там написано про колено Израиля, которые сидели одним лагерем. Велеколь шевет ая дегель мишело. И у каждого колена было свое знамя. Батуах шам бепо баарец атем роим эх аю дгалим нирим. Вы видели, наверное, каким образом эти знамя были, как они выглядели. Я просто всегда мечтал о том, чтобы какой-то доброволец нам пошьет эти знамя всех колен Израиля. Но пока еще ни один доброволец не высказался. Азине катув знамя сына Ефремова по ополчениям их к западу, и начальник сына Ефремова, Элишама и так далее. Замокумот домим, шам коль шевет, а я умед ведегель. Кулям руим, ха, зе дегель шел Дан, зе дегель шел Ефраим, зе дегель шел Минаше, зе дегель шел Иуда. Много таких мест в Писании, и стояли колено по своим, со своим знаменем, и все видели, это знамя Минаше, это знамя Ефрема, это знамя Дана, Иуды и так далее. И если мы посмотрим, что такое знамя, это не просто ткань. Это символика. И также можно аллегорическим способом толковать это. Это как дар или как какой-то талант. Это колено более были воинственные. Эти были лидерами, мудрецами. Про колено Завлон мы пишем, что они очень много и занимались бизнесом. И колено Данова занималось служением в храме. Когда я читаю эти вещи, то мне приходит на ум место Писания из Римлянам в 12 главе. И там Шауль говорит, что все вы тело Мессии, а порознь члены, и у каждого члена есть свое предназначение, и также у вас в теле Мессии у каждого свое предназначение. Когда мы изучаем Тору, мы говорим, что Бог говорит к коленам Израиля и всех их поделил на колено. Но потом мы видим и разделение на сотни. Что это? Что это? Матот. Мате. Женя, что это? А? Лё. Мате это... Отряды, что это? Типа. Типа отряды. Зеютер терминология цваит. Это армейская терминология. Везе медубар шеине еш зман, кше аколь сабаба, ве аколь беседер, а зелухим итьяхес им коля ам бацура административит, шватим. Когда все хорошо, то Бог административным образом рассматривает все колена. А во время войны весь народ боеспособный становится армией и подразделяется на отряды. Сегодня никто про колено уже не говорит.
2000 шана каше меод лизаот мимифо. Потому что после 2000 лет очень сложно понять, кто из какого. Ты можешь говорить, что ты принадлежишь колену Леви или Иудину, но очень сложно это доказать. Сегодня говорят больше про... Эйда. Я знаю, не национальности, а... Эйда. Общины. Про как принадлежность общине какой-то. Эйда харидит. Допустим, ультрарелигиозная община. О ашкеназим, о сфарадим, о кауказим, о русим, о полянин, о романин. И те, которые, в общем, из тех стран, которые приехали, русскоговорящие евреи, ашкеназские евреи, сефардские евреи и так далее. Еш мале. Очень много разных эдот. И как было в коленах, то и на сегодняшний день также не очень многие дружат друг с другом. И иногда они доходят до давления друг на друга. Но когда становятся сложные времена у нас, мы вдруг объединяемся и становимся все вместе, как один народ. И как общины Израиля, мы понимаем хорошо понимаем важность репатриации. Мы понимаем, что есть сложности в репатриации, потому что те, которые приезжают, они новенькие, они могут нас подвинуть. И есть какая-то даже зависть, я думаю, что мы все пережили это, когда сделали репатриацию. היו מסתכלים עלינו וחושבים שאנחנו בכלל אפס והיו אומרים לנו אנחנו עברנו זמן קשה אז למה שכיף יהיה לכם גם אתם צריכים לסבול. Те, которые сделали алию до нас, они говорили: вот мы трудности пережили, а и вы не должны тоже выбирать легкий путь, вы тоже должны. מי זוכר את הדבר הזה? Кто помнит такое? אז זה דבר כזה קצת. Это наши отрицательные стороны, но они есть. Но кроме этого, все понимают, что когда начинается репатриация, есть также развитие. Приходит богатство или счастье? Благословение. Народ возрастает, и народ становится сильным. Приходят новые таланты. Я читал кое-что в интернете. Что те, которые плакали про вред, который причинила репатриация с России Израилю, вот там было очень много доказательств, что это вообще не так. Что после того, как 5-6 лет, после того, как репатриация с России... Наши репатрианты после 5-6 лет пребывания в стране столько денег заплатили налоговой инспекции, что государство покрыло все расходы, которые потратили на репатриацию. И тогда это просто после этого стало приносить прибыль. И половина нашего хайтека говорит на русском языке. А хайтек израильский приносит 80% доходов в казну Израиля. Я уже не говорю про духовное развитие. Возможно, и ультрарелигиозная община не очень этому рада. Но в мессианском движении 70% русскоговорящих. И то, что написано в пророках, что вы забудете времена, где будет написано «Я взял вас из земли египетской».
Как можно забыть то время? Три раза в день во время молитвы еврейский народ говорит: «Господь, выведший отцов из земли египетской». Но если пророк говорит об этом, есть значение в этом. Благословение. Благословение. Благословение, которое принесет с собой репатриация с земли северной. И оно будет влиять только на весь Израиль, также и на весь мир. Есть очень особенный псалом. 132-й. И мы читаем этот псалом только тогда, когда мы хотим потанцевать. Я читаю. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Это как краса Ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Аз анахну бадерех кляль хошвим, аль шир азе раке шир лерикуд. Мы иногда думаем про эту песню как песню танцевальную. Аваль зе бихляль ло рикуд. Но это совсем не танец. Мелех Давид ая асук аль ахдуд баам. Царь Давид занимался объединением народа. И он от Бога получил особенную мудрость. Он построил всю систему поклонения в Иерусалиме. И он писал псалмы. И эти песни он назвал «Песнь восхождения». Когда мы восходим наверх в Иерусалим, и когда мы объединены как братья, это приносит благословение. Это как масло, как елей радости. И это знак Святого Духа. И когда говорится про бороду Аарона и края одежды его, это как священство, которое включает в себя небесное священство, которое охватывает весь мир, не только Израиль. И когда говорится про росу хермонскую, есть место писания в Исаии, что роса с небес воскрешает мертвых. И это пророчество о глобальном исправлении всего, когда придет этот день, и в Мессии он уже существует, и братья соберутся вместе, и придут со всех концов земли, и Бог будет делать что-то, что нам даже сложно себе представить. Но мы также должны ответить на вопросы. Какое мое место в этом? Как я должен действовать практически, я как отдельная личность? Или мы как община? Я очень хочу призвать вас молиться об этом. Есть адраха, есть махшевот, тихтиву лану, лизикне кигила, ки анахну црхим ликбоа маслуль, кивун. И если есть у вас какие-то мысли по этому поводу, напишите нам, старейшинам общины, и мы должны будем выбрать направление. Анахну бухим аль коля нивгаей шам ба Украина. Мы плачем о всех жертвах в Украине. Аваль ани омер лахем, анахну црхим акшав ламот бемаком эйфо анахну микаблим адраха мишамаем ма алейну лаасот. Но я точно вам говорю, что мы должны выбрать правильное место, что нам делать. Зе яви рифуа гам ли Украина. И это принесет исцеление Украине, но не только Украине, всему миру. Еще одно место. Я хочу прочитать. Но до этого я вам расскажу что-то.
Когда большая репатриация уже приехала сюда. Это где-то закончилось к 95-97 году. То я помню, я думаю, что вы помните, что вдруг из Финляндии, из Голландии, из Польши начали там делать склады и собирать разные вещи для будущей репатриации. И тогда те, которые приехали сюда, сказали, зачем вы это делаете? И мы тогда сказали, мы не будем проезжать через Польшу, Финляндию и Голландию. И Ляль имеет прямые полеты со всех стран, которых нам нужно. Я был среди тех, которые говорили, зачем вам это надо. Господа финны, зачем вы складываете все эти вещи, зачем это надо? Сейчас вы видите, что происходит. Самолеты ни с одного аэропорта Украины не могут вылететь. Люди бегут через все эти страны, и до сих пор сюда еще многие не доехали, но тогда они чувствовали, что нужно делать. Я думаю, что все эти склады и в Швеции, и в Германии, и в Финляндии, возможно, еще будут работать. Я говорю с вами, я просто чувствую, что меня охватывает Божий страх. Нельзя смеяться над инициативой человека, который говорит, я получил слово от Бога. Потому что у нас нет мудрости сейчас о том, что будет в будущем. И нам нужно сказать, Отец, покажи нам место, где мы должны стоять. Еще один пункт, который я хочу прочитать. И это история про восстановление. Написано в Исаии 58 главе. Я прочитаю с 6 стиха. Обычно мы читаем это место Писания во время Йом-Кипура. Я читаю с 6 по 12 стих. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу. Расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, из скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительно, отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Мишакем...
הדברים העזובים, זה לא לשקם את הגדר שנפל, זה בכלל לא מדובר על זה. Восстановитель развалин, это не человек, который ставит назад забор, который развалился. זה מדובר אם אנחנו עומדים במקום הנכון. Это говорит о том, что если мы стоим в правильном месте. קורה איזשהו תיקון גלובלי ואלוהים משקם דברים שאנחנו אפילו לא מבינים איך זה בנוי. То происходит восстановление духовное, глобальное, и мы даже не понимаем, как все это устроено. Это те вещи, которые потеряли Адам и Ева в Эдемском саду. Это то, что было потеряно, но когда Бог прикасается, когда мы стоим в правильном месте, мы видим, как все восстанавливается. Я помню своего врача, доктор Кауфман, он с Франции приехал. Он уже на пенсии. Когда я приходил к нему за медицинской помощью, он выписывал мне рецепт, говорил «до свидания». Я говорю, доктор, тасбирли кцат. Я ему говорю, доктор, объясни мне немножко. Тасбирли, эх за увед. Объясни мне, как это работает. Омар, такшив, омар, они руфе мецарфат. Он говорит, послушай, я врач из Франции. Гама вади тики руфе ба Германии. И в Германии я тоже работал врачом. Германием, ба царфатим, ло шоалим руфе, эх за увед. Он говорит, ни германцы, ни французы не спрашивают врача, как это работает. Они нотен им труфа. Я даю им лекарства. Нотен им ура. Я даю им указания. Они используют лекарства согласно моему указанию и выздоравливают. А вы евреи. Забросали меня вопросами. А потом вы не делаете то, что я вам говорю делать. Это вот то же самое просто. Элохим умер лану, ма нахну срхим ласот. Бог говорит нам, что нам нужно делать. Анахну ковцим ми паршанут ле паршанут. Мы от толкования к толкованию прыгаем. Ве анахну митрахаким эт ацмейну ми асия, ми машу маси. И мы отдаляем себя от того, что нужно на самом деле делать. Ве анахну митбальбелим ютер ве ютер. И мы голову себе морочим все больше и больше. Мишакем, мишакем. Восстановитель всех этих развалин. Ты будешь частью его работы. Это то обещание, которое он дает тебе. Он говорит, если ты будешь справедливо поступать с находящимися вокруг тебя, если ты будешь изменишь свое сердце, сможешь прощать, принимать, миловать, просто быть хорошим человеком. Это тот пост, который я избрал. Им диета, что лойдема, они нотен леха гамрифуа, валло ракзе, они нотен леха маамат, что мишакем. Не когда ты себя просто мучаешь голодовкой, а когда ты изменяешь свое сердце, то Бог тебе обещает поставить тебя на место восстановителя. Они руцели саем им. Я хочу прочитать и к завершению прочитать послание к евреям. 10 глава. С 15 стиха. О сём свидетельствует нам и Дух Святой. Они куре ме пасук хамешесре ад эсрим вешалош. Я читаю с 15 по 23 стихи. Эля иврим. Евреям. 10 глава, с 15 по 23 стихи. «О сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаем после тех дней, которые, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более».
А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иешуа Машиаха, путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца наши от порочной совести, и омыв тело водой чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Элохим омер лану. Бог говорит нам. Им атем миткарвим элай бедам шел Иешуа Машиах. Если вы приближаетесь ко мне с кровью Мессии Иешуа. Ани ло зохер хет шелха ве авон шелха. То я не буду помнить ни ваших грехов, ни вашей вины. Шахахти, нигмар. Забыл, все, закончено. Таво элай. Приходи ко мне. Таво элай тамид. Приходи ко мне всегда. Таво элай тамид. Того Элай тамид. Всегда ко мне приходи. Того. Всегда приходи. Веха дереха зе ахадаш. И этот новый путь. Тамид, тамид итен леха браха. Всегда даст тебе благословение. Веас тиштане мекаво для кого. И тогда ты изменишься из славы в славу. Аваль тишмор меаля колет либеха. Но больше всего хранимого сохрани свое сердце. Ки мемено макорот шел хаим. Потому что из него источники жизни. ותעמוד באמונה. И стой в вере. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Унеиман. Бог верен. Бонамод ונסיימן. Давайте встанем и закончим с молитвой. Авину שבשמיים. Отец наш небесный. אני חוזר על אחרזה של ישעיהו. Я возвращаюсь к провозглашению Исаии. הנני שלחני. Вот я, пошли меня. תנקה אותי בדם יקר של ישוע המשיח. Очисти меня драгоценной кровью Мессии Иешуа. ותעזור לי להשתתף בעבודה הקדושה שלך. И помоги мне участвовать в твоей святой работе. בשם ישוע המשיח. Во имя Иешуа Мессии. Амен. Аминь.